Сегодня пятый день Масленицы, когда каждый уважающий себя зять ждет в гости тещу на блины. А на по-настоящему народной Крымской площади развернулись нешуточные гуляния. Павел Титов зять ответственный. Говорит, для любимой тещи готов и сам приготовить яство. Тем более на тещиной посиделке. А тещу будете сегодня встречать? Я думаю, что да. Готовы? Все, блины готовы. Закваска готова, блины сделаю. Это реальное место притяжения людей, причем людей очень разных возрастов, уровней, где им тут всегда интересно, приятно находиться, общаясь друг с другом. Каждый день Масленицы имеет свое значение. В пятницу зятья отдают дань тещам, которые встречали их с угощением в среду. На тещины недели в среду пекла зятю блины. Отлично, мы очень рады, что нам поставили такую шикарную площадь. Очень довольны, все время мероприятия проводятся. Ну, шикарно просто. Подходите на блины! Идемте, идемте! Главный символ праздника – Масленица. Раньше чучело, которое символизирует зиму, сжигали в прощенное воскресенье, последний день праздника. Теперь правила изменились, от огня решили отказаться, но только не от веселья. Эх, Масленица, широкая, гуляем! Конечно, тянь, можем сейчас в пляс пойти. Отдыхаешь душой и приятно тут находиться. Преславянская Масленица отмечалась в день весеннего равноденствия, когда день окончательно отвоевывал у ночи преимущество. Это время приходилось на начало весны. В средней полосе световой день увеличивается к концу марта, но праздник не перестал быть актуальным. Праздничное настроение отличное, и мы как в сказке. Мечтали о ней и говорили вам раньше, и мы также и не нарадуемся никак. В сказке жители железнодорожного района оказались в 2019 году. Именно тогда Крымская площадь превратилась в место притяжения самарцев и стала одной из визитных карточек города. Здесь начали проводить различные праздники. Благоустроили площадь по программе формирования комфортной городской среды. В проекте реконструкции участвовали сами жители. Их мнение учитывали в первую очередь. Мы видим обратную связь от наших жителей, что они действительно очень довольны нашей Крымской площадью. В первый день весны, 1 марта, всех жителей города ждет широкая Масленица на площади Куйбышева с 12:00 до 17:00. Проводы зимы с традиционными народными забавами, ярмаркой мастеров, блинным шоу и яркой творческой программой. Мария Левина, Николай Епифанов. События.